5 grand just to see you dance. Like... 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня настроить базы плеер 5660, для которой понадобится одна C4 и штук 6-7 обычных топоров. Железные тут не нужны. Если у вас нет, не берите. Так, сишка. Тут достаточно взорвать, как сказал, одну. Где-то вот здесь, тут в ряд много ящиков. Тут, наверное, 12, может 10, не помню точно. Но довольно-таки много. Так, готово. Две волны уже позади. Это самое, я перед третьей волной хочу посмотреть, что тут вообще за лут. Стоит мне тут умирать? Нет. Это я заберу. Тут что у нас? О, доски я возьму. Это у меня украли. Да, это антирейд, то есть это месть. Первая моя. И это хорошо. Это у меня украли, как обычно. Вот это у меня украли. Весь тот лут, который я складывал для рейдов тогда еще. Это. Что еще тут есть? Так, здесь вроде ничего нету. Здесь тоже ничего. Здесь тоже. Ладно, идем открывать тогда, вызывать третью волну. Итак, решил я все-таки умереть. Может быть, последних трех ящиков будет какой-то сам жирный топовый лут. Ну и плюс камни хотел бы забрать. Так, это вот так. Это мы все забираем и сразу складываем в байк, чтобы... В рюкзаке не мешалось. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А что случилось? Подождите, я что-то не понял. Блин, я дурак, я в бэк-то ничего не положил. Тьфу ты, блин, не положил. Я вроде ложил в бэк еще. А что, нельзя, что ли? Или чего, я не могу понять. Я вроде положил их в бэк. А сейчас не могу понять, что за хрень случилось. Ладно, так, давайте посмотрим. Опа, уголь. Угольный магнат. Угу. Это я обязательно заберу. Все, не поместится, ну ладно. Зато... Хавчик. Это тоже, конечно, хорошо, но уголь лучше. И последний ящик. Давайте посмотрим, что здесь будет. А, понятно. Здесь ничего я забирать не буду. Камни хрен с ними. Лучше я заберу уголь. Так, этот вот так сделаем. И получается, заберу остатки угля. Вот этот лут у меня весь украли. Не хватает только... Так, подождите, у меня была микросхема. Крепкий алкоголь. А, еще три бутылки воды. Все. Вспомнил, где тут я воду мою свою видел. Вот они. Ну, в общем-то, все. Ну, тут единственное, можно вот так сломать, наверное, посмотреть, если тут что-то есть пустой. На этом тогда я закончу. Но прежде я хочу сходить на базу и посмотреть. Либо я не положил ничего, либо оно не переместилось. Что-то я не одупляю, надо будет проверить сейчас. А, не, ребят, в общем, все правильно. Все это переместилось со мной в байке, просто я... Видимо, еще не проснулся, я просто взял эти ресурсы, вот так положил себе в карман и просто сел на байк и уехал. То есть я забыл вообще что положить их. В общем, по луту что могу сказать? Ну, прикольный, в принципе, лут, это ресурсы, опять же, до хрена ресурсов полезных, которых вы вынесли. Одну сишку, я думаю, одна сишка на того стоит. Ну, а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился, вы оцените его лайком. Пока-пока, до скорых встреч.